То у нас два класса, Суперсток 1000, он Кубок мира называет сейчас лидер после трех этапов из восьми. Леандро Меркадо, аргентинский гонщик на Дукате, 52 очка. На втором месте Ондрей Езек, чешский спортсмен, 45 очков. На третьем месте Лоренцо Савадори, итальянец, на Кавасаки, 33. На четвертом Кевин Вальк, голландец, 32. На пятом Матьё Люсина. Итак, выезжаем, спортсмены, выезжаем на питлайн для у нас для старта класса Stock Open. Ну и в классе Суперсток 600, это чемпионат Европы, у нас Ники Туули, у нас финский спортсмен, лидер, 58 очков после трех этапов. На втором месте Марко Факани, итальянец, 56. На третьем месте Андреа Тучи, итальянец, на большой отрыв, 39. На четвертом месте Вайн Тельц, голландец, 39, столько же. На пятом Лука Сальвадори, итальянец, 31 очку. Илья Михальчик, Украина, на седьмом месте, 27.
Итак, идет процедура формирования любительского пилотона класса Суперсток Оупен. Стартовый номер 1, стартовый номер 2, стартовый номер 80, класс Сток Оупен. Ребята, где вы есть? Вы сейчас опоздаете к самому главному. У нас не полная стартовая решетка, поэтому судьи не могут дать старт. Самый массовый заезд заявлен 28 участников. Вот как-то всех их собрать не можем. Надо бы камеру повернуть у нас на вот этих нагонщиков, где они находятся. Не туда. Это байкеры у нас поехали. В общем-то, насладившись зрелищем заездов суперспорт и супербайк, они решили на Сток Оупен не оставаться. Довольно много, кстати, байкеров. Ночной волк в московский клуб приехал. Харлей Дэвидсон клуб. Итак, процедура старта выглядит следующим образом. Гонщики класса Сток Оупен проезжают круг, полный круг, и затем перед ними их ведет Safety Car. Safety Car должен съехать, и после этого им дается старт в районе линии старта. Но если Safety Car не уходит, то есть как-то у нас не сформировалась решетка, главный судья не дает команду на старт, то они еще один круг проезжают. Итак, начинается прогревочный круг для класса Сток Оупен. Не знаю, все не все у нас поехали, но тем не менее всех перечислим. Номер один Глеб Кольцов, Москва. Номер два Денис Косарев, Екатеринбург. Третий стартовый номер Павел Филиппов, Мытищи. Седьмой Александр Катушев, Нижний Новгород. Восьмой Владимир Румянцев, Нижний Новгород. Девятый Сергей Отмахов, байк-эксперт, Новосибирск. Десятый Максим Бакман. Максим у нас представляет Санкт-Петербург. Одиннадцатый стартовый номер Вячеслав Нищев, Тамбов. Тринадцатый Денис Гулин, Москва. Восемнадцатый Артем Федосеев, Москва. 35-й стартовый номер Дмитрий Вознесенский, Екатеринбург. 36-й Кирилл Нежебецкий, Воронеж. 42-й Дмитрий Кузьмин, Нижний Новгород. 45-й стартовый номер Игорь Знаменский, Спарта Рейсинг Тим Санкт-Петербург. Номер 51 Ефим Мавлянов, Москва. 52-й Олег Маркин, Нижегородская область, Большое Болдино. 67-й стартовый номер Дмитрий Конев, Нижний Новгород. 69-й стартовый номер Алексей Бурцев, Королев, Московская область. 71-й стартовый номер Руслан Темежев, Москва. 75-й Владимир Сердечный, Мотостиль Ямаха, Ижевск.
Номер 80 Даниил Ковалевский, Матрикс Рейсинг, Москва. Номер 81 Евгений Киченин, Мувер Рейсинг, Юг, Кропоткин, Краснодарский край. Номер 85 Юрий Федорович, S-Team Suzuki, Москва. Номер 88 Андрей Устьянцев, Химки. Номер 89 Николай Зенин, Екатеринбург. 96-й стартовый номер Дмитрий Овсюков, Одесса, Украина. Еще один представитель украинского мотоспорта, любитель. 98-й номер Михаил Шумилин, Снежный мотоспорт, Санкт-Петербург. И номер 99 Андрей Котельников, байк-эксперт, Дзержинский, Московская область. Итак, вот сейчас у нас Safety Car ведет гонщиков. Выиграл вчера квалификацию 45-й номер Знаменский. Вторым финишировал 13-й номер Денис Гулин. Третье место 71-й номер Руслан Темежев, Москва. Четвертое место 18-й номер Артем Федосеев, Москва. Пятое место у нас 98-й номер Михаил Шумилин, Санкт-Петербург. Шестое 7-й номер Александр Катушев, Нижний Новгород. Седьмым был номер один Глеб Кольцов. Не знаю, выехал, нет, мы его выкликали. Так, любители сейчас должны стартануть. Так, Safety Car гасит огни и уходит в сторону. И стартовал у нас заезд класса Stock Open. Вот все, они разгоняются, пересекая линию старта. Знаменский, Гулин, Темежев, Федосеев, Шубилин, Катушев. Но они не должны обгонять до линии старта, что, в общем-то, и не делается. Итак, 10 кругов напряженной борьбы в стане любителей. Вот сейчас камера для телезрителей тоже ведет этих парней по дистанции. Здесь какие-то разборки начинаются внутренние. Итак, лидер 45-й номер Игорь Знаменский, Sparta Racing Team Санкт-Петербург. Скалолаз, кстати говоря. Серебряный призер Кубка Санкт-Петербурга по супербайку на трассе, вот этой питерской трассе, которую, в общем-то, у нас Мотоциклетная Федерация России и у нас судейская коллегия не одобрила. И поэтому там, в общем-то, соревнования более высокого ранга не проводятся, а питерские гонки проводятся. Тоже какие-то обгоны имели место быть. И сейчас мы будем отслеживать ребят на линии финиша. Как скалолаз Знаменский возглавил заезд. Минута 33,4. У него лучшее время. Он, в принципе, быстрее всех на трассе. Почти на секунду оторвался от Гулина. И Темежев Руслан на третьем месте. Но пока в группе лидеров на этом круге ничего не поменялось. Так, Знаменского телекамера ведет. Приличный достаточно отрыв. Я думаю, уже больше секунды. Здесь обгоны Ковалев. На седьмое место вышел у нас Ковалевский Даниил. И у нас Маркин. Маркин плохо стартовал. Ну, собственно, у него квалификация 13 место. И сейчас он выбился у нас на 11. Две позиции отыграл. Ну, Маркин в прошлом году на своей трассе Нижегородской выигрывал. В общем-то, гонщик из Нижегородской области. Ну, а, собственно говоря, Знаменский. Да, кстати, за второе место у нас борьба, похоже, теми же прошел Гулина. Итак, Знаменский лидирует сейчас. Очень прилично питерский спортсмен. Призер Кубка Санкт-Петербурга. И на второе место, похоже, вышел Руслан Темежев. Ну, сейчас электроника мне должна дать подтверждение, что камера повисла. Ау, господа телевизионщики, переключить что-нибудь поинтереснее. Так, пролетел Знаменский. Да, Темежев, Гулин третий, Федосеев четвертый. Ну, в принципе, у нас сейчас Темежев отстает
на 2 секунды от Знаменского, Гулин на 2,3 и Федосеев почти на 3 секунды. Так, Руслан Темежев вышел на второе место, этот спортсмен из Москвы, ему 30 лет, 7-й был в этом классе Stock Open в сезоне 2013. Но, кстати, он не все этапы прошел, поэтому, может быть, и Ковалев сейчас, кстати говоря, еще одну позицию отыграл у нас и переместился, Ковалев на 6-е место. Ковалевский, Даниил Ковалевский на Ямахе. Даниил выступает у нас под номером 80 и представляет Matrix Racing, то есть вот Маше Медведевой в команду он попал. По-моему, они заявились и на Endurance, кстати говоря, на гонку на выносливость. Ну, я не знаю, он ли поедет, я не видел. Там сейчас еще будет жеребьевка перед Endurance. Так, самое большое количество участников, 28, все в строю сейчас находятся. Лидер 45-й стартовый номер Игорь Знаменский, за ним Руслан Темежев, Денис Гулин, Артем Федосеев, Михаил Шумилин. Глеб Кольцов едет, все-таки единичка нашелся, он Филиппов едет. Так, Знаменский очередной круг, лучший круг для себя, но Темежев быстрее. Темежев быстрее сейчас на полсекунды, а между ними полторы. Поэтому Руслан Темежев вполне может за лидерство здесь побороться. Ковалев еще одну позицию. Ковалевский отыграл на 5-е место, переместился. Но там, правда, уже есть просвет 7 секунд. И мало того, он сейчас 2 секунды, почти 3 проигрывает у нас впереди идущему товарищу Федосееву. Седьмой номер Катушев у нас сейчас идет на 8-м месте. Катушев неплохо выступал в прошлом году. Он был 6-й в кубке. Ну, мы уже сказали, что, собственно, Маркин был 5-м у нас у остальных. Вот, ну, Шумилин тоже, кстати, Михаил Шумилин, 98-й номер. Он у нас в петербургском кубке занял 2-е место в классе «Суперспорт». Сейчас Шумилин потерял одну позицию. На 6-м месте в абсолюте идет в классе Stock Open. Ну, класс Stock Open наиболее демократичный, с маленькими стартовыми взносами. То есть он сделан для того, чтобы любители смогли попробовать свои силы в таких серьезных соревнованиях, к которым относится RSBK 2014. Итак, на этом круге нет изменений. Знаменский лучший круг для себя. Минут 31.061. Темежев даже чуть медленнее на этом круге. Полторы секунды сохранился разрыв. Так, Бурцев у нас. Овсюков. Бурцев потеряли позицию, Вознесенский обогнал, то есть обгоны в середине пелотона идут. Итак, 5-й круг из 10, пошла практически половина заезда класса Stock Open. Лидирует Знаменский, 45-й стартовый номер, он примерно на 1,5 секунды, сейчас может быть чуть медленнее будет на этом круге, оторвался от своих преследователей. Ну, полторы-то он оторвался от Темежева, на почти на 4 от Гулина и на 6 с лишним, на 6,9 от Федосеева. В начале заезда хотел, что вот сейчас Темежев догонит, но сейчас разрыв стабилизировался. Гулин, кстати говоря, лучший для себя круг показал. Знаменский опять быстрее Руслана Темежева. Шумилин Михаил, 98-й номер, питерский гонщик, отыграл позицию, на 4-е место переместился.
Итак, Игорь Знаменский, Руслан Темежев, Денис Гулин, Михаил Шумилин, Артем Федосеев, Глеб Кольцов, Даниил Ковалевский, Александр Катушев, Максим Батман и Павел Филиппов. Десятка быстрейших гонщиков-любителей класса Stock Open RSBK 2014. Шумилин прошел Федосеева, и тут же Кольцов прошел Ковалевского. Так что в любительском зачете у нас Котельников прошел Устьянова. Ну, вот аутсайдеры уже на круг догоняют. Это Федоров. Федорович Юрий. 85-й номер. Так, Знаменский. Темежев. 1.76 просвет. Так, вылетел кто-то с трассы у нас на дальних рубежах. Федосеев прошел Шумилина и вернул себе четвертое место. Ну и вылетел, я так понимаю, у нас Кольцов. Глеб Кольцов, номер один на BMW. То есть вот, собственно говоря, этот гонщик у нас достаточно далеко. Ну, скорее всего, похоже на сход. И Федорович у нас, похоже, сошел. Юрий Федорович на Сузуки номер 85. 12-й он был в кубке прошлого года. Скорее всего, где технические проблемы. Итак, седьмой круг идет из 10. Лидирует Знаменский. В общем-то, он упрочил свою позицию. Он сейчас, может быть, и не самый быстрый на трассе, но он себе обеспечил полуторасекундное преимущество. Вот сейчас посмотрим, что на этом круге. Ну, в принципе, да, опа, даже, собственно говоря, почти 3 секунды. Почти 3 секунды он сейчас выигрывает у Руслана Темежева. Денис Гулин, уверенное третье место. Артем Федосеев, четвертое. Итак, провалился Шумилин, он две позиции проиграл, сейчас, соответственно, Ковалевский на пятое место, Катушев на шестое, это номера 80 и 7. Итак, мы имеем уже, собственно, 4 схода у нас, соответственно, 24 гонщика продолжают заезд. Итак, Знаменский, Темежев, Гулин, Федосеев, Ковалевский, Катушев, Шумилин, Бакман, Филиппов, Сердечный, Зенин. Быстрейшие гонщики класса Stock Open. Восьмой круг пошел из 10. Нет, еще не пошел немножко. Сейчас пойдет. Так, предпоследний круг, 9-й. Знаменский обеспечил отрыв 2.7. Гулин проигрывает Темежеву 4.2. Федосеев 5.79, почти 6. То есть, в принципе, разрывы достаточно большие. Вот Шумилин с Катушевым близко. Но у них темп примерно одинаковый. На этом круге Зенин у нас одну позицию отыграл. Николай Зенин, стартовый номер 89. Представляющий Екатеринбург. Участник кубка прошлого года, правда, невысокое, 21 место, он не все этапы посетил.
Овсюков, украинский гонщик, идет на 15-м месте. Команда Ардемото, Донецк. Можно сказать, сейчас не Украина, Донецкая республика. Ну, это политика. Итак, лидеры, в общем-то, уже у нас сейчас будут заканчивать предпоследний круг и пойдут на последний. Знаменский, в общем, весьма достойно начал с первой позиции. Начал с того, что выиграл квалификацию. Затем холшот на старте. И, в общем-то, догонял его гонщики, но пройти не смог. Итак, Знаменский сейчас темп упал. В общем-то, но тем не менее, 2 с лишним секунды отрыва. Последний круг. У нас Гулин проигрывает лидеру 5,9. Федосеев 11,5 секунд, а Ковалевский 15. Так, Знаменский, Темишев, Гулин, Федосеев, Ковалевский, Катушев, 7-й, 98-й, Шумилин. Ну, в общем-то, неплохо. 4 схода, 28 спортсменов, соответственно, 24 финишируют. Все, в общем-то, гонщики весьма достойно провели заезд. Ну, да, они проиграли. Кстати, Зенин прошел Филиппова и Конев прошел Сердечного здесь. По одной позиции отыграли гонщики в середине пелотона. Так заканчивается заезд класса Stock Open RSBK 2014. Лидирует 45-й стартовый номер Игорь Знаменский, Sparta Racing Team Санкт-Петербург. 78-го года, 35 лет спортсмену, в общем-то, достаточно серьезный гонщик, скалолаз и призер Санкт-Петербурга по кольцевым гонкам на новой трассе питерской. Еще один сход, Вознесенский. Сошел у нас, к сожалению, 35-й стартовый номер Дмитрий Вознесенский. Итак, финиш сейчас нас ждет лидера. Итак, Знаменский, Темижев финишировали. 2,6 на финише. Гулин замыкает тройку призеров. Ну, фактически у нас сейчас в группе лидеров, если брать квалификацию, то только Гулин с теми же местами поменялись. А так, в общем, вся та же тройка показала результаты с первого по третий. Итак, на 4-м месте финиширует Артем Федосеев, стартовый номер 18. Москва. На 5-м месте финишировал стартовый номер 80 Даниил Ковалевский, Матрикс Рейсинг. На 6-м месте номер 7 Александр Катушев, Нижний Новгород. На 7-м месте 98-й номер Михаил Шумилин, Санкт-Петербург. На 8-м месте номер 10 Максим Батман, Санкт-Петербург. На 9-м месте Николай Зенин, 89-й стартовый номер, Екатеринбург. И десятку замкнул стартовый номер 3 Павел Филиппов, Мытищи. Ну, Маркин финишировал, к сожалению, далековато у нас, на 11-м месте, собственно говоря. Прошлогодний один из лидеров этого класса. Украинский гонщик Овсюков одну позицию отыграл. И на 14-м месте 96-й стартовый номер закончил заезд. Итак, сейчас состоится процедура награждения. Выделили призеров класса Stock Open RSBK 2014. Затем будет жеребьевка и брифинг для класса Endurance. Для гонки Endurance и двухчасовой заезд Endurance. Для телезрителей вот еще ответная табличка. Первые десятки. Марк.
команды. 11-й Дмитрий Котин, 12-й Сергей Валерий Сердечный, Дмитрий Овсяков, Кирилл Живецкий. И вот мы финишируем. У нас 22-й, у нас 3 группы проиграл Сергей Акман. У нас 21-й, у нас 21-й, ну, уровень разный. Постоянный, в том числе и на год прицелых, это одно, которое ездит по дороге и другое. Итак, вот для телезрителей панорама у нас трассы. Глубокий каньон, она вот называется. Здесь две трассы. Кольцевая трасса плюс трасса автокросса у нас. Высокая гора. И вот все это называется автодром. Глубокий каньон. Так, закончился заезд. Мы сейчас будем проводить процедуру награждения класса Stock Open.